все просто жуткий. Да, вроде никого. Так, подзарядим фонарик. Тут тишина. Ох, пакость какая. Так, давайте бочком. Не будем пачкаться. Ну ты сука. Блять. Фу, блин, давайте пошли-ка отсюда. Давай сохраняйся, блин. Не до тебя сейчас. Валим нахер отсюда. Только я сказал, и вот поди ж ты. Фу, блин, вздрогнул. Так, тут у нас водичка. В водичке у нас плавает труп. Я не думаю, что будет хорошо, умно лезть в эту водичку. Там у нас стекло пробитое и с кровоподтеками. Это тоже довольно-таки не круто. Так, только полномочному персоналу. И мы слышим врагов. Ты один? Кажись, один. Да, собственно. Какого хера? Ты живой, что ли? Так, еще есть пациенты. Что у нас тут? Водонапорная какая-то, что ли? Так, ну ладно. Ой. Теперь не видишь. Твою мать. Так, ну что, ты умер, нет? Хорошо. Блин, звук этот просто вообще крутой в игре. Как эти гильзы сыпятся на металлический пол. Это просто очень натурально. Так, что мне тут надо? Тут мне ничего не надо. Тут, видимо, тоже. Ну да ладно. Будем двигаться дальше. Кстати, а почему враги могут выпрыгивать в окна, а мы не можем? Что за несправедливость? Хотя, с другой стороны, у них, конечно, нет ускорения. Давайте посмотрим, что у нас здесь, прежде чем идти дальше. О, граната. Граната, это уже хорошо. Так. Ой. Вон он! Давай, вылазь. Все, кажется, кончился, братюня. Так, еще внизу кто-нибудь наверняка. Да вроде тихо, кстати говоря. Вроде как никого не видать, не слыхать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас закрыто. А, подождите, как же закрыто? Ничего не закрыто. Так, и что? А, лестница наверх. Так, нам, видимо, сюда и надо. Давайте туда сходим тогда сначала. Да, видимо, он оттуда, откуда сверху пойдем. Так, винтовка. Хотя, в принципе, конечно, в закрытых помещениях пистолет-пулемет по-своему рулит. Да-да-да, нам нужно наверх по трубам.
Надо бы еще, конечно, вниз спуститься, посмотреть, нет ли там усилителей, но да хрен с ним. Так, я надеюсь, сейчас никто не прибежит. Потому что падать отсюда не хотелось бы. Так, очередное темное помещение. И все, спускаемся. Никого. Так, ну и что, двигаем дальше. Враги есть? Вроде не слыхать. Ага, вон они ходят. Скотобазы. Ага. Что, заметил меня, похоже? Ох, гранаты тут просто какие-то термоядерные. Блин. Скоростная игра. Скоростная. Ой, 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 ой. Ой. Совсем с ума посходили, что ли? Давай, 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 братин. Хорошо. Так, вот это было быстро. Так, тихо. Все. Кажись, все успокоились. Клоны, мать вашу. Атака клонов. Понимаешь, тут понаехали. Так. Пора, по-моему, отсюда выбираться. А, они ж тут стояли. Надо было вот это вот так взорвать. Так. Отойду и взорву, чтобы, если что... Да, не очень страшный был взрыв, конечно, но да ладно. По крайней мере, показывает, что ничего страшного не случилось. Так, пистолет. Пистолет, видимо, полный. Не хочет браться. И что? Какой-то склад. И так, тут вообще ничего нет, что ли? Это, блин, просто меня расстраивает. Сколько время? Время 15 минут второго. Нормально еще. Еще время детское. Еще можно гулять. Так. Что тут? Да, там я видел солдата вдалеке. Так что давайте мы возьмем винтовку. А нам такие расстояния, сами шоколад. Ой, блин, успел присесть, гад. Ууу, это чем меня так? Аж здоровье, блин, как резко испортилось. Блин, у нас довольно-таки серьезная проблема, насколько я понял. Да, блин, откуда вы беретесь? Хотя, конечно, нет такой проблемы, которую не мог бы решить... верный автомат. Вернее, очередь из него. Так, броня. Что у нас? Еще 5 аптечек? Давайте еще подлечимся. Что там? Свои все. Так. Ну все, что ли? Еще есть? Блин, еще есть. Давай вылазь. Ой. Осадили скоты со всех сторон, а? Ой. Граната. Ой, да вы что творите? Вы просто сейчас разнесете все.
Блин, с этими скотами что плохо, то что они постоянно пытаются тебя обмануть. Вот сейчас я не знаю, откуда он меня обойдет, слева или справа. Ага, оттуда пошел, скотина. Получи хедшот. Еще есть? Блин, надо убираться отсюда, надо убираться. Плохое место, большое. Не люблю большие места. Со всех сторон могут расстрелять. Как я тебя, а? Так, там что такое лежит? А, тут ничего такого не лежит. Так, ну и все, давайте подниматься быстрее, пока новые не прибежали. Что у нас внизу? Внизу у нас тоже ничего хорошего. Может, тут какие-нибудь лежат? Нет, все, уходим. К ядрене фени. Ладно. Забаррикадировался. Баллоны с пропаном, я думаю, лучше не стрелять. О, аптечка. Что за... Короче, ребята из Армахи в прямом смысле мутят воду. Что они делают именно, пока непонятно. Еще аптечка. Ну просто, блин, это я не знаю, праздник какой-то. Так, здесь броневичок клонов. Какое-то тихое-тихое место. Скорее всего, это затишье перед бурей. Шкаф, блин, прямиком из Condemned. Или в Condemned прямиком из отсюда. Там его ломиком надо было открывать. Хотя нет, его там просто открывать можно. Это сейф надо было ломиком. Вообще, я не удивлюсь, если это натурально та же самая модель. Да это не удивительно, они делали параллельно две игры. Очень похожи, очень темные, обе от первого лица, на одном движке. И было бы странно не использовать наработки от одной при создании второй. Так что ничего такого уж страшного я в этом не вижу. Так, ой, блин, как я не люблю такие большие, открытые. Транство. Ой, 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 ой. Отряд, рассыпайтесь давайте на мелкие-мелкие кусочки. Вон один. Вот второй. О, граната, скотина. Но ты скотина, но ты вообще как ты мог? Блин. Чего там опять червонят? Вы что, опять что-то кинули, что ли? Нет, 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 нет. Вот это был миллиметраж, охренеть. Я прямо на нее выбежал. Так, надо отступать, она сейчас кончит. Блин, да. Вот хорошее укрытие. Так, отдышимся, подлечимся. Да хоры, ну... Ладно, дверь у нас мега непробиваемая. Только глючная дверь нас и спасает. Это хорошо, это интересно. Я люблю сильных противников. А солдаты из Фир, это со всей определенностью. По-моему, я никого не убил, но труп круто вылетел. Солдаты из Фир — это определенно самые сильные противники в компьютерных играх.
именно ввиду своего недюжинного интеллекта. Хотя их, конечно, ослабили серьезно. Именно в угоду игроку, иначе бы никто не стал играть в игру, где противник тупо умнее тебя. Не умнее, но, по крайней мере, очень тяжело убить. Умнее-то я, конечно, переборщил. Так, еще винтовка, еще броня, еще сохранимся. И что у нас здесь? Здесь у нас... газировочка, винтовочка, еще броня. Просто праздник какой-то. Расписание. Так, нам, видимо, туда. Давайте еще вот тут посмотрим. Тут ничего. Ну все, уходим тогда. Нечего там больше ловить нам. Солдат мы всех перекрошили. И опять затишье. Ой, как я не люблю воду. Как я после амнезии не люблю воду. Неужели мне сюда спрыгивать? Ну, блин. Ух. Давай, давай. Я знаю, что, конечно, тут нет... Твою мать. Я знаю, конечно, что она меня не пугает, она меня беспокоит. Она постоянно какая-то, блин, она такая жутковатая девочка. Ладно. Короче говоря, я знаю, что тут нет водяных монстров, но все равно у меня теперь такая боязнь воды в играх, что я просто боюсь по ней спокойно ходить, стараюсь выйти из нее как можно раньше. По-моему, есть солдаты. Потому что я какое-то движение тут видел. Если мне не показалось, конечно. И если это не какая-нибудь жуть там. Да вроде нет. Так, и что? Вроде спокойно. Не падай. Так, это же тут эта девочка пробежала. Да. Я ее из окна прострелял. Да ёб твою дивизию. Ладно, вроде спокойно. Так, чё мне? Да вы шутите, что ли? А, там вода вроде, да? О! Какого хера? Какого хера я тут делаю? Блин, жаль, нельзя, как в Зове Ктулху, забиться вот так в угол и сидеть плакать, как маленькая девочка. Так, тихо, тебя я не видел. О, скотина! Блин. Всрался в легкую. Так, ну ладно, на этом, я думаю, мы завершим. Эпизод 3 начнем проходить уже в следующем моем забеге. То есть, увидимся в следующих частях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока-пока.